Народов много, Родина одна. Под таким девизом в этом году в России отметят День народного единства 4 ноября. В праздник по всей Новосибирской области проведут более 1000 мероприятий, посвященных культуре народов, проживающих в регионе. Центральной площадкой станет государственный концертный зал имени Арнольда Каца. Гостей ждет в 11 утра интерактивная аллея «Дружба». С литературой различных национальностей можно познакомиться в библиобусе. Участников праздника встретит Илья Муромец в тематической фотозоне. На первом этаже расположится лавка мастеров, где желающих будут обучать декоративно-прикладному творчеству. Этажом выше – выставка, посвященная национальным организациям нашего региона. С гостями поделятся рецептами традиционных блюд, а концертная программа начнется в 12:00. Отмечу, что сегодня в Новосибирской области проживают представители 180 национальностей и народностей. Коренные такие, ну как там, алеуты, дашорцы, ханты, манси, и там, ну даже можно и татар, да, туда отнести к коренным народам. Конечно, они будут представлять, и вот они будут участвовать в интерактивной площадке «Аллея дружбы», где они будут приветствовать на своем языке всех, кто будет проходить, заходить в государственный концертный зал. Поэтому все они будут представлены, и на концертной программе также их коллективы будут выступать. Билеты на праздник бесплатные. Получить их можно в кассе концертного зала с 31 октября по 3 ноября. Кроме того, в мегаполисе ждут гостей и на других площадках. Поэзию народов России представят в научной библиотеке. Концерты пройдут в Доме национальных культур имени Заволокина. Цикл тематических мероприятий готовит парк «Россия. Моя история». С полной программой Дня народного единства в нашем регионе можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.